Привет, привет! Сегодня у нас день красоты. Османчик, привет, скажи. Вот, Османчик рисует. А мы решили покраситься дома. Ой. Да, Османчик, иди ко мне. Показывай нам. Кто там? Кто там? Что ты хочешь показать? Тебя не видать. Показывай всем. Да. Осман будущий блогер. Кто это? Какой-то бабайка. Давай покажем друзьям. Вот какую бабайку сделал Османчик. Красота. Иди дальше рисуй. А мы с тетей Юлей будем красоту наводить. Держи. Иди садись на стульчик. Держи. Еще вот ботиночки нарисуй мальчику. На. И зонтик нарисуй красного цвета. Иди. Да, иди. Тетя Юля, как настоящий парикмахер. В очочках, чтобы не промахнуться. Он да как... стареет тетя Юля, у нее уже зрение хуже. Да. Вчера только про зрение говорили, что у меня зрение -3.5. И я чувствую, что иногда вблизи уже не вижу, а вот подальше вижу, а дальше опять не вижу. Видимо, переходящая стадия, да? Плюс. Османчик так внимательно слушает. Сбегали в аптеку, купили пробиотики Османчику, да? Сейчас он выпил лактофильтрум. Он как бы как полисорб действие. Да, полисорба. И после него через час дадим куриный бульончик, да, Османчик, с лапшой. Соблюдаем диету. Так он отказывается пить минералку. И потом будем принимать эти лекарства, да, ведь? На море мы сегодня не пошли, раз уж болеем. На улице стоит жара. Бассейн укрыт. Чтоб ремонтники его не заморали. А что ты не говоришь, да? И ремонтников тоже нету. Проголодался, да? Ты бананчик кушаешь, да? Банан, скажи. Банан вкусный, ах? Видно, нет, что с ним. Османчик покатался на своей колбаске, истерил. Сказал, возьму с собой. Посидел, как на коняшке. Перед нами сидят местное население. Интересно вечером проводят время. Да, вечером сидят. Сначала бублики поели, теперь вон достали фрукты. Женщины с маленькими детьми, и не только. Народу очень много. Все ужинают как могут. Мы что-то как-то приноровились завтраки только с собой брать, да? Юлия Викторовна, завтра будем завтракать? Завтра у нас рыночный день, да ведь? Яйца у нас закончились. Без яиц делать нечего на море. А? Что? Банан? Очень интересно, пляж превратился в одну большую столовую. Банан вкусный, кушай. Доедай и пойдем домой сейчас, кушай. Тетя Юля дашь?
Осман! Пошел домой. Всем привет! Вернулись с моря. Не знаем, что приготовить. Купили хамси. Замороженную, правда. Вчера... Хамси. А, вчера в метро почему-то я увидела у турков, как они покупали замороженную. Турки тоже едят замороженную рыбку. А, как-то подсмотрела, как готовят они ее. Вот. Помыли мы половину, подсушили на салфетках бумажных. Рыбка очень жирная, там было 750 грамм, чистый выход 650, вот по 320 грамм. Османчик ел дорадушку отварную с рисом, а мы вот решили себе пожарить ее. Сейчас покажу, как турки жарят хамси. Ну, я свой рецепт, наверное, как обычно. Соль, перец и немножко маслечка. Соли много не будем класть. У нас будет салат с соленым сыром. Юле не нравится соленый сыр сильный. И на завтраке он у нас не съедается. Вот решила все-таки добавить. Вообще-то у нас была специальная мука для рыбки, да? Вот, добавим немножко, наверное, да? Вот так. Там очень много приправ. Мне, честно говоря, слишком приторно показалось, поэтому много добавлять не будем. Вот буквально чуть-чуть. Так, что мы делаем? Делаем вот так. Посолили чуть-чуть. Так как рыба очень жирная, я масло не буду добавлять. Тем более перед сном. Кладем вот так бумагу. Сковородочка. И... делаем наш шедевр. Исполняем наш шедевр. Вот так по кругу все выкладываем. Выкладываем. Так пошире сделаем, да? Рыбки у нас много. А самое главное, что здесь не нужно чистить сковородку, потом мыть. Да, Османчика? Ко мне бежит мой помощничек. Да как же без него? Тогда мы делаем вот так. Раздвигаем ее. Ко мне бежит мой помощник. Двигает стул. Да, Османчик? Это блюдо я, помнится, ела как-то в Анталии, нам подавали. Точно вот так же была разложена рыбка по кругу. Еще тогда удивилась, что так красиво все выложили. Как же это они делают? Вот. Ну и выкладываем еще в серединку. Ты куда, Османчик? А? Ты куда? Делаем плотненько-плотненько, чтобы все поместилось. Так.
Сейчас будем все закрывать. Вот это. Вот так закрываем. Да, сейчас у нас будет солнышко красивое. И будем жарить. Можно сковородочку уже убрать. Старайтесь, чтобы вот этот загиб не заходил на рыбу, чтобы когда его перевернули, рыба упала на другую сторону. А, на сковородку упала, имеется в виду. Вот. Все. Наша рыба готова. Сейчас мы будем ее жарить. Так, мы загреваем нашу сковородочку. Ну все, сковородку разогрелась была, убрала, забыла про нее. Сейчас мы будем жарить нашу рыбку. Все, жарим. Ну все, теперь мы переворачиваем все это добро. Будем переворачивать. Вот так. Ничего у нас не вытекает. Проверяем, все ли жужжит, все ли жарится. Итак, вот такая у нас рыбка получается. Та-та-та-там, там-та-ром-там, там-та-ром-там. Сковородка чистая, причистая. Рыбка золотистая, призолотистая. Прям вот хоть на праздник подавай. На праздничный стол. Там-там-та-дам. Та-да-да-да-да-да-дам. Вот такая красота. Красота. Приятного всем аппетита.